Между тем, на сегодняшний день жители региона собрали более 870 миллионов рублей на капитальный ремонт домов. При этом на счет регионального оператора поступило только 34% от сборов – 270 миллионов рублей. Остальные средства передаются в управляющие компании ТСЖ и ЖСК, на которые жители оформили специальные счета. Платежная дисциплина, по словам специалистов, в регионе все равно недостаточно высокая. Но в последние месяцы показатели стали увеличиваться. Так, в сентябре фонду капитального ремонта удалось собрать в области 45 миллионов рублей, а уже в октябре сумму планируют увеличить до 50 миллионов.